Сделано в Red Barn. Мы видим их мельком в кабинах скорой помощи, в кабинетах и коридорах больниц, поэтому редко задумываемся о том, кто нас лечит. Что это за люди, почему они пришли в профессию и чем занимаются каждый день? Именно об этом наш подкаст. Меня зовут Юля Купер. Есть доктора, к которым мы отводим себя сами. Сами чувствуем недомогание, сами заходим в кабинет врача и сами рассказываем о своих симптомах. Потому что мы, как правило, ответственные взрослые. Наша картина мира переворачивается, когда мы впервые берем ответственность за другую жизнь, приносим эту жизнь в кабинет врача, распеленовываем и чувствуем, как сжимается сердце, когда в маленькую пяточку вонзается медицинская игла. Вот это страшилки. Сегодня я говорю с доктором, который помогает нам разделить ответственность за жизнь и здоровье наших детей. В студии врач-педиатр Алексей Шевченко. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Я очень рада, что мы вместе, и я уверена, у нас сложится чудесный, честный разговор. Но для начала давайте выясним вот что. Почему вы выбрали именно эту специализацию? Расскажите, как вы к ней пришли. Ну, я эту историю часто рассказываю всем, кто со мной там знакомится, первый раз что узнает, что я врач. Эта история полна случайностей. Вообще, как я попал в медицину, потому что изначально я хотел быть архитектором. Да, все школьные вот годы. Вот это поворот. Все школьные годы я мечтал проектировать здания. Вот. Но потом так сложилась судьба, что с 9 класса мне надо было перевестись в другую школу срочно. Вот. И эта школа оказалась еще и с добавок там с медицинским вот этим всем уклоном медико-биологической. Вот, и закончив 10-11 класс, я выучил биологию с химией, сдал ЕГЭ и поступил в УМЕД. Изначально поступал на лечебный, потому что я никогда не хотел вообще в целом. Ну, там школьник может понимать, это, ну, из разряда детей лечить, это что-то кричащее, орущее, мамы у всех ассоциируются с чем-то плохим. Вот, и, естественно, подавал на взрослые специальности, на лечебные, и не прошел туда на бюджет. Прошел на бюджет на педиатрию. Ну, ладно, в принципе, плюс-минус одно и то же, отучусь на педиатрии. И тут он подумал, разберусь как-нибудь с детьми и с мамами. Наверное, до окончания вуза я не хотел работать с детьми. Да, то есть я, проходя практику, как правило, как врач, ты, будучи студентом, не принимаешь никаких решений, соответственно, больше видишь работу среднего медперсонала, младшего медперсонала, и ты видишь только, как дети плачут, и их мамы часто плачут. И это очень сильно тебя расстраивает, и ты не хочешь с этим сталкиваться по жизни. Ну, потом. Конечно. В итоге я где-то, ну, после обучения где-то третьего курса, я понял, что хирургия точно это мое. Все, как любой парень в меди, это хирург. По-другому быть не может. Вот. В итоге я усердно над этим работал, готовился. На 6-м курсе ко мне пришло осознание, что если хирургия, то онкологическая, я пойду в онкологию. И я поступил после окончания вуза в ординатуру по онкологии, по специальности. И уже отучившись год в ординатуре по онкологии, я понял, что все как-то что-то тленно. Почему? В работе со взрослыми людьми специфика как-то меня стала потихоньку расстраивать почему-то, и работа онкологической службы меня стала расстраивать. Вот, возможно, я живу в каких-то там облаках до сих пор и вижу намного идеальнее этот мир, но мне показалось, что нет, я так работать не хочу. Не хочу я превращаться в то, что очень многие, к сожалению, коллеги превращаются. И я закончил все-таки это, но на 2-м году ординатуры, так как это было возможно, я пошел работать врачом, потому что денег не хватало, надо как-то. Ну, понятно, все молодая, мы там были. Молодая, да, семья. Очень вас понимаю. Да, и в итоге я опять пошел во взрослую поликлинику своим дипломом педиатра, во взрослую поликлинику. Нормально. Говорю, хочу быть терапевтом, бабушку лечить от давления. Мне сказали, что я дурак. Вот, говорит, ты диплом видел, что у тебя написано? Врач-педиатр. Я тебя не могу взять к нам на работу. Ну, ладно.
Вот. А возвращаясь опять же немножко назад, будучи студентом, я работал медбратом, именно с детьми. Почти 2,5 года я отработал в экстренной хирургической службе вместе с хирургами детскими. И это еще больше подпитало, скажем так, нелюбовь к педиатрическому и вот этой всей. В итоге я такой от безнадёги, когда мне сказали «иди педиатром», я пошел в поликлинику на юбилейный наш микрорайон, меня взяли. И через месяца два, знаете, я прям вообще как-то у меня голова вот так на 180 градусов перевернулась, угу. И я абсолютно стал по-другому относиться к этому. Будучи врачом, принимать решения за детское здоровье, общаться с детьми, получать от них отдачу именно как от пациентов, благодарность, искреннюю благодарность в виде улыбок, объятий, довольные родители. И это стало как-то меня греть, и в итоге я в это вот прям бесповоротно как-то влюбился. И сейчас даже у меня были мысли получить какую-то узкую специализацию, но я понял, что нет. Что я хочу быть просто врачом общей практики, я врач-педиатр, я ремесленник, я не создан для чего-то там глубокого, как там наши узкие специалисты. Ну, подождите, еще вечер. Да, я понимаю, но что вот именно... Пока вы в таком пребываете состоянии. Да, и это вот какая-то, я не знаю, это прям абсолютная любовь к профессии случилась. Леш, мне так близка вообще ваша история, потому что я очень откликается. У меня примерно такая же возникла ситуация с моей профессией. Я никогда не хотела быть ни теле, ни радиоведущей, ни ведущей подкастов, продюсером. Я в принципе не рассматривала никогда это и не видела себя в этом. И у меня это была навязанная тоже история. Так получилось, так сложились обстоятельства. Я хотела быть сначала врачом, вашей коллегой, потом началась химия в школе, я поняла, что нет, не получится, и хотела быть референтом-переводчиком. И тоже не срослось. И вот меня тоже вынуждено экстренно так получилось. Мы проходили практику, посадили в эфир, уже работать, ведущий. И я до последнего отбивалась и говорила, да нет, ребят, ну что за глупости вообще? Мы тут занимаемся, в принципе. И вот буквально через там пару, тоже тройку месяцев, любовь любовная до сих пор. И вот... вот после этого не верить в судьбу, да? Да, как? Очень интересно. А что ваши родители? Как они отнеслись к вашему выбору? Знаете, в этой всей истории ключевой момент – это моя мама. Она еще со школьной скамьи мне говорила, когда она начала с архитектором, она стала меня переубеждать, что не надо тебе быть архитектором. Так. Что это на самом деле не такая профессия уважаемая, что вот у нас врачей в семье нет, давай ты первым врачом станешь и все вот это. И она говорила вот с того момента и, наверное, до того момента, пока я стал педиатром, она мне все время где-то на заднем фоне говорила, что я стану детским врачом. А я все время, как противный, строптивый мальчишка, обрыкался и говорил, что нет, никогда им не встану. Ты видела вообще это? Там мамы бешеные, там они орут, это все. Где я, где педиатрия, какая пропасть между нами? Да, она всегда говорила, вот что нет, я тебя вижу детским врачом, ты будешь именно детским врачом. Даже когда я пошел в онкологию, она расстроилась, что я буду лечить именно онкологических больных. Но по итогу, когда я стал... Знаете, не было никакого «Вау, у нас сын педиатр». Нет, ну, педиатр молодец. Ну, мама то есть, уже как... для себя на тот момент все решила, она знала, что да. так будет. То есть, как правило, не было никаких таких празднований, огорчений. Нет. Угу. И тут бы мне вам задать свой следующий вопрос, но я понимаю, что вы частично-то уже на него ответили, что если бы не педиатрия, да, то какой бы специалитет вы выбрали, а вы уже рассказали, что вот свой вот этот сложный тернистый путь. Хорошо, тогда перейдем к следующему классному блоку. Расскажите про ваш первый осмотр. Было ли страшно брать в первый раз в руки там младенца, крошечку, малыша, или кто к вам пришел впервые? Ой, в первый раз пришли люди, которые... Просто там дошкольник, мама которого села и начала говорить, мы болеем тем-то, тем-то, мы лечимся тем-то, тем-то, вот мы в рот это пшикаем. Я сижу, что вы пшикаете, я таких лекарств даже не знаю. Ну, то есть, было большое замешательство. Я ее выслушал, встал и пошел задавать вопросы соседней кабинету врачу. Да. Говорю, а что вот это за спрей? Как, а чего? Ну, то есть, было замешательство полное. То есть, меня жизнь не готовила, и я не готовил себя к тому, что когда-то мне надо будет по детям принимать какие-то решения. Вот. И, ну, было, да, больше смущения, больше стыда за себя, наверное, даже такого, что, а как это таких? Я, наверное, простых вещей не знаю. Но... Вы разобрались в итоге? Все нормально же? Ну, наверное, да, разобрал. Я уже не помню, что по итогу было. Наверное, что-то я дал, какие-то рекомендации. Вот. Единственное, что я могу точно сказать, первый, наверное, год работы педиатром, это вот поликлиника, даже, наверное, может, чуть меньше,
Это был жуткий холивар в голове, что повторяй, как делают другие, и все будет нормально. И только потом, через время, начинает какая-то критика в голову закрадываться, что может, что-то не то, а может быть по-другому. И начинаешь там от критики, от страха, от того, что ты можешь навредить назначениями или незнанием, ты начинаешь интенсивно читать. И вот когда я начал интенсивно погружаться в литературу, вот тогда произошел второй поворот, что что-то в этой жизни мы делаем не так, вот как-то надо чуть-чуть поиначе. Угу. Вот, и тогда вот появились вот эти все, да, там, доказательная медицина головного мозга, вот это. Да. Супер формулировка, очень классная. Давайте составим топ хитростей, которые вам помогают расположить к себе маленького пациента и, что тоже важно, его родителей. Насчет родителей я до сих пор этого ответа не нашел. Секрет, Да, угу. Наверное... Это длительный процесс. Чтобы расположить к себе родителей, нужно войти в доверие в семью. А это не один прием, не два приема. И это не вылечить ребенку кашель или соплю. Это пройти, как говорит один врач, с ними огонь, воду и медные трубы. Вот когда педиатр с семьей прошел какой-то эпизод большой стихии, когда всем страшно, когда ребенок болеет очень сильно, но родители целиком все равно доверяют и верят тому, что вы рекомендуете, не убегают к другому за мнением. Да? Угу. И вот тогда, когда вы своими рекомендациями приводите к улучшению человека, становится все хорошо, вот тогда начинают формироваться прочные взаимоотношения с семьей, именно с родителями. До этого момента вы можете лечить сопли, отиты, ангины, там, я не знаю, циститы. Вы будете за самый золотой врач, самый прекрасный, вас будут говорить, что вы чудный, но случается какая-нибудь неприятная ситуация, когда ребенок осложняется, угу. тяжело осложняется. Угу. Вот тогда начинает подрываться доверие, что врач уже не такой крутой, что он где-то что-то все-таки не знает, упускает. И самое главное, вот в этом моменте оставаться всегда как-то на связи, стараться именно войти в понимание родителей в их тревоги. Это очень тяжело, но по-другому никак. И большая часть семьи, она соскакивает. Вот как, не знаю, глупая аналогия, как рыбалка, рыба с крючка. Они соскакивают от страха, потому что наступает тот критический момент, когда нет, ну все, мы не готовы наблюдать, мы не готовы терпеть. Он температурит 47-е или 10-е сутки, а ты ничего не делаешь. Ты говоришь, наблюдайте. Угу. Вот, и тогда да, тогда большая часть семей уходит куда-то, ну, к другим врачам. Вот. А что касается ребенка, тут, наверное, чуть попроще все. Первое правило – улыбайся. Всегда улыбайся, нельзя быть хмурым педиатром. Я, наверное, часто забываю, я по природе хмурый человек. А второе правило – это не смотри на ребенка в глаза сразу, когда он зашел, не надо ему в глаза смотреть. Их это пугает. Ага. Маленькие дети, они очень чувствительны к этому, начиная вот с момента возраста там, 7-8 месяцев. Они это очень остро чувствуют. Он сразу беспокоится у мамы на руках, плачется, зажимается. То же самое дошкольники там, лет до 3. Вот. Со старшими детьми, которые уже могут там поздороваться, представиться, с ними можно уже вести так диалог. А маленьких детей нет. На переносицу всегда надо смотреть. Есть такой лайфхак. Классный лайфхак, ага. Да. Вот. И третий лайфхак – это не лезть сразу с осмотром. Дать надо ребенку привыкнуть. В условиях поликлиники это, конечно, невозможно, потому что условия ограничены mm-hmm. временными ресурсами. И мы там из разряда «Здрасте, давайте, пока маму слушаешь одним ухом, вторым слушаешь ребенка». А в частной клинике, слава богу, это время позволяет. И я обычно даю минут 10, пока мама что-то рассказывает, я печатаю, улыбаюсь ребенку, машу ручками, там, я не знаю, максимум, можно еще там игрушек. Если он с игрушкой пришел, обсуди его игрушку, послушай его игрушку. Угу. Ну, то есть максимально делать так, чтобы ребенок, он потихоньку понимать начинает за эти 10 минут. Если родители не убегают в панике, не орут, значит, тут безопасно. Да, то есть... Вот бы все педиатры были такими. Я думаю, многие стремятся. Сейчас очень многое меняется. Ну, согласна, да. Потому что вот наш доктор моих детей очень классный тоже. Вот, ну, потрясающий. Ну, с хорошим чувством это юмора. Это хорошо, что вы нашли своего врача. Да, он, но в нашей поликлинике там мы не бегали угу. куда-то там. Вот мы приписаны, мы приходим. У нас там Михаил Сергеевич прекрасный, и мы уже много лет вместе. Михаилу Сергеевичу низкий да. поклон. Молодец, он большой.
Так, хорошо. Трудность быть педиатром в большой степени, она ведь состоит в том, чтобы работать надо не только с непосредственным пациентом. Мы уже обсудили это, что непосредственно с родителем. Но вот мне вот в этом вопросе, знаете, какой момент хочется выяснить? Как вообще воспитать в себе вот эту выдержку, чтобы не психануть, там, не сказать, мамаша, выйдите, там, вот эти, не скатиться в грубости какие-то, а действительно, надавив в себе на все, вот как добиться результата нужного, там, чтобы осмотреть ребенка, успокоить родителя и вот все такое. Знаете, в условиях, опять же, госучреждений, когда врач ограничен со всех сторон, ну, много чем ограничен, самый большой дефицит – это временной. И когда у тебя профицит пациентов, дефицит времени, у тебя начинает потихонечку выгорание так подступать, особенно если ты еще отдыхаешь редко. И вот здесь, когда на тебя наплыв пациентов идет, вот они там через одного, через там даже вот стабильно в поликлинике был день работы, это день какого-нибудь недовольного человека, который с порога заходит и начинает что-то тебе уже предъявлять. Угу. И в условиях таких тяжело сказать себе внутри, что выдохни, все хорошо, она так ведет себя, потому что в очереди просидела 3 часа, потому что ребенок вялый, температурит, и никто ребенка не смотрел. Она боится, она переживает. Это все тяжело себе в голове произнести, чтобы начать с родителем спокойно разговаривать. Поэтому в поликлиниках я часто бывало то, что если огрызаются на меня, что пишут, я напишу жалобу, я в ответ мог точно так же огрызаться, что идите, пишите куда хотите. Вот. И, ну, были ситуации, что самое интересное, когда после таких перепалок, боев по кабинете, на меня орут, я в ответ ору, и в итоге она успокоилась. И потом они ходили ко мне на участок, эти люди еще вдобавок, потому что диалог из вот этих психов перепалок перешел в какой-то конструктивный резко. Родителю успокоился, я успокоился, и мы начали ребенка смотреть, и как-то продуктивно начали смотреть. Ну, таких было случаев немного, но они были. Ну, мне кажется, это неизбежно, ведь правда? Наверное, к сожалению, нет. Первая, наверное, причина, почему это, вот как я уже сказал, это выгорание самого врача. Вторая причина – неуважение. Угу. Большая проблема в том, что медицина бесплатная – это круто. Это бесспорно большое вообще преимущество нашей страны, что есть возможность по любому поводу в любое время суток прийти к врачу и сказать: «У меня болит пятка». И тебя посмотрят, дадут рекомендации. Возможно, не сильно этично это будет со стороны врача, но дадут и посмотрят. Тебе не откажут никогда. Из-за этого начинается вот эта история, что у населения врач должен. Должен в любой момент. Все, что вот уже какая-то такая прочная ассоциация сложилась, что по-другому никак. Врач – это призвание, говорят нам. Ты шел в медицину, ты знал, куда шел. Мы все хотим в своей профессии получать. Когда мы туда шли, мы себе не представляли, что на нас будут кричать постоянно. Мы не представляли, что нам будут хамить и на нас матом с нами разговаривать. А когда ты с этим сталкиваешься, конечно, все розовые очки вовнутрь стеклами бьются, и это все неприятно. Поэтому как быть со второй частью? Если профилактировать выгорание можно, сменить место работы, как это сделал я. Вот. Брать больше выходных, например, да, проводить с семьей время. Это все контролируемо. То, что многие врачи выбирают путь все или ничего, остаются в условиях адских и кладут на это жизнь, ну, это их выбор. Я не осуждаю, но потом просто от таких коллег часто слышишь то, что все плохо, потому что зарплата маленькая, нас никто не любит, нас никто не уважает. Ну, сделай ты что-нибудь. Ты что же для этого сделал, чтобы тебя уважали? Например, ты после вуза хоть одну книжку еще прочитал? Ты что-нибудь сделал для себя, чтобы ты стал лучше, чтобы тебя уважали, чтобы тебя ценили? В подавляющем большинстве случаев нет. Ничего он не делает. Он после выпуска посещает там периодически какие-то конференции и, может быть, с коллегами иногда что-то обсуждает. Самообразование врача – вообще отдельная беседа. Это точно, да. И мы часто затрагиваем в нашем подкасте эту тему. Если вернуться, я вот сейчас дожму уже с родителями. Я улетел, да. Ничего страшного. А есть какие-то портреты современных родителей, Алексей? Для себя я выделил 2 подтипа. Скажем так, это образованные родители, те, которые, скажем так, как модно сейчас говорить, в тренде, те, которые читают что-то, те, которые слушают каких-то там врачей,
да, которые там условно там сейчас принято так хорошие и плохие, ну, это все бред собачий, но условно, что если врач рассказывает какую-то правильную позицию там, медицины, и они слушают его, нет там такого, что они слушают каких-нибудь антипрививочников и образовываются на их контенте. Угу. То есть потребляют правильный контент. Потребляют правильный контент, читают на английском. То есть помимо того, что читают русские, какой-то интернет там потрошат, там даже есть родители, которые клинические рекомендации читают. А самые образованные родители, те, у которых дети тяжело больные, они образованнее, чем их лечащий врач. Они шерстят настолько глубоко, настолько... У меня была ситуация, когда ко мне пришел мальчик с тромбоцитопенической пурпурой, или... Ну, в общем, с тромбоцитопенией он пришел. Точный диагноз не помню. Суть в том, что у ребенка упали в младенчестве очень-очень низко тромбоциты. Они отвечают за свертывание крови. И, как правило, он мог бы в любой момент от кровотечения неплохо кончить. Вот. И родители мне на приеме начали задавать столько вопросов по этой болячке, а я первый раз про нее слышу. И вот прям начали наседать. Благо, у меня был гематолог в соседнем кабинете. Есть был с кем посоветоваться, и я как бы и на их вопросы частично ответил. Вот. И эти родители, как правило, которые образованные, которые читают достоверные ресурсы, черпают достоверную информацию, они, как правило, менее тревожны от этого. А есть другая категория людей, которые читают сайты «Красота и здоровье», вот, слушают какую-нибудь, упаси Господи, Червонскую, вот, и они тревожатся, они очень много тревожатся. И на, как бы читать там на английском еще залазить, это же вообще какая-то тьма ужасная. Поэтому всплывает такой момент тревога. От того, что я не образован, я не вот в этом поле мало что-то вижу. Винить их за это нельзя. По причине того, что каждый спец в своей специальности. Вы спец, вы хороший ведущий, кто-то хороший инженер. Нельзя винить инженера или ведущего, что он чего-то не знает в медицине. Это нормально. Логично, нормально, да. Да. Но от этого, то, что, вот возвращаясь к самообразованию врачей, пациент часто сталкивается с бредовыми назначениями, с бредовыми рекомендациями, от как мыцарство к мыцарству метается, не знает, что ему делать, в итоге путается и приводит к тому, что у него уровень тревоги просто куда-то в космос улетает. Поэтому... Учитывая, что у нас есть проблемы с образованием медицины, что у нас есть проблемы сейчас с врачами целиком, пока вы найдете своего врача, скажем так, тому, которому вы доверяете, который образован, который находится на каком-то современном вот этом этапе развития медицинской науки, может пройти очень много времени. Поэтому пациентам вынуждены, они вынуждены в нашей стране к тому, чтобы самообразовываться. Это такой, скажем, неизбежный путь. Если вы хотите сохранять спокойствие, если вы хотите не скитаться от врача к врачу и не понимать вообще, что происходит, надо самообразовываться. Это без этого хотя бы базовые понимания знать. Какие-то есть. Сейчас очень много информации. Угу. И книжек. Это вот прям мой следующий вопрос. Да. Про много информации, много тех, кто нас информирует. Да, да, давайте следующий вопрос. Ну, вы прекрасно, не мне вам объяснять, что сейчас эпоха доказательных педиатров. Такие врачи, как Катасонов, Бутри и же с ними, они, казалось бы, уже очень сильно просветили современных родителей. Так ли это? Давайте поговорим об этом. И как часто вы вообще встречаетесь во время своих приемов вот с приверженцами? Вы чуточку вот затронули эту категорию людей, родителей. Антипрививочников очень много, как мне кажется. С теми, кто предпочитает профилактику антибиотиками. То я вот так вот, у меня брови все время взлетают. Лечение гомеопатии и так далее. Я очень часто встречаюсь с такими людьми. И иногда такие люди приходят даже... Недавно была история... Как ко мне пришли ребята, у которых ребенку 5 лет, и она на диете страшно сидит. Ребенок там потребляет воду, гречку и пару фруктов. Потому что сахар это зло, глютен это зло, молоко это зло, все вообще вся еда. И еще какие-то высыпания. Мама всегда ассоциирует с тем, что сыпь появляется. И тут я у них спрашиваю, вот как она мне жалобы вываливает, она говорит, я прошла там антипаразитарную чистку, там протокол какой-то за колоссальное количество денег купленный. Я сижу, у неё спрашиваю, а вы откуда ко мне пришли? Ну, часто приходят либо по знакомству там посоветовали, либо в блоге нашли. Uh-huh. Редко бывает там, о, окно свободное, придем. Сейчас такое нет, родитель дотошно выбирает врача. Говорит, ну, подруга посоветовала, она к вам ребенка своего водит. Подруга. То есть те ребята ко мне ходят давно, посоветовали своим друзьям, которые вообще совершенно диаметральные взгляды на лечение детей.
И они пришли, я говорю, вы же понимаете, что у нас коннект не состоится, как бы, и не состоялся. Uh-huh. То есть, по сути, ну, консультация была проведена, вроде как бы мило друг другу поулыбались, и в итоге они пропали из поля зрения, дальше пошли искать причину высыпаний на попе. Вот. И людей этих много от того, что как раз избыток информации колоссален, и хоть вот есть медийные врачи, они прекрасно выполняют работу по просвещению населения, но их мало. Если взять именно прям в общей массе, их на все население не хватает. То есть все равно превалируют те, кто толкает плохой контент. Те, кто говорят о том, что вот еда – это плохо, там все вообще плохо. Это сейчас беда наша, конечно. Да, что прививка – это зло. Угу. И чаще всего такой человек, который говорит чушь, он, вот этот псевдоэксперт, он очень харизматичный, он очень убедительно это все говорит. А вот врачи, которые пытаются вот эту нормальную информацию пропихнуть в массы, они не так это делают. Они не так это убедительно, не так красиво это все рассказывают. Mm-hmm. Ну и в итоге вот идет перевес. Идет перевес в то, что люди слушают, верят, боятся нас с прививками. Вот. Послушайте, ну я здесь вот также и буду претензии предъявлять и к нам, к людям, да, не, угу. не к докторам. Ну, хорошо, а в какой момент выключили критическое мышление? Мы вот так вот все на веру принимаем, легко и просто, ну, можно же как-то все-таки глубже копнуть, перепроверить, посмотреть еще другие источники. Вы абсолютно, я с вами согласна, да, что не хватает, быть может, какого-то артистизма и подачи очень крутым специалистам, и я не знаю, вообще, это их забота работать над этим, чтобы в большие массы доносить всю классную, хорошую информацию. Но и с нас, вот я повторю, этой ответственности никто не снимал. Знаете, в чем? Я не хочу сейчас никого обидеть и слушателей, потому что, скорее всего, могут-то и не только врачи слушать. Но мне лично кажется, что корни растут от нашего базового образования. Угу. То есть человек, учась в школе, когда школьник говорит, зачем мне эта биология? Я буду строителем, например, архитектором, я буду физику учить, ЕГЭ сдам, я буду... История, да. Я биологию знать не хочу знать. Вот это ДНК ваше. А потом, получается, из этого подростка, который говорил, что ДНК – это какая-то ерунда, я про это читать никогда не буду, из него вырастает взрослый, который очень легко внушаем, когда ему говорят, что ГМО, вот это вот, да, что в соли какой-то генно-модифицированный продукт может содержаться, и что он, попадая в его организм, может вызвать мутации у него, у его поколения, и вообще просто трэш какой-то. И люди в это верят, потому что базовое образование отсутствует. Это раз. А во-вторых, есть такая штука, как эффект Даннинга-Крюгера. Угу. Могу запутываться именно в фамилии авторов, но суть этого вот эффекта как? В чем? Что на моменте начала черпания информации, когда у тебя опыта нет совершенно, ты вот эти вот, черпая базовую информацию, твоя уверенность, она возрастает вообще в миллион раз. То есть, условно, ты прочитал что-то простое, учебник биологии, например, и ты считаешь, что ты познал этот мир. Что ты знаешь все, как устроен человек, как устроена клетка, болезни, лекарства и все на свете. И ты доказываешь всем, ходишь вокруг, что ты это знаешь. А человек, который больше читает про это то же самое, глубже вкапывается, это уже специалист. То есть это не повседневный уже обыватель. Это вот как раз врач, который читает про болезнь больше, он понимает нюансы, подводные камни и много-много чего, чего не понимает другой. И он уже не так все очевидно. Не так все просто. И вот как раз-таки, ну, есть очень классная картинка, когда вот наверху неопытный человек кричит: «Я круче всех», а дальше глубоко по графику сидят два чувака с бутылками пива и говорят: «Это кто такие? Да это идиоты, вообще не обращай внимания». И вот я сейчас нахожусь где-то вот в этой яме отчаяния, как она называется, когда до эксперта еще далеко, чтобы просто сидеть пивасик потягивать и кричать: «Там идиоты». Ну, уже я перешел эту границу, когда я изменю этот мир, я самый умный, все вокруг неправы. То есть я вот сейчас сижу в этой яме, за колени схватившись, какой я идиот, я ничего не знаю просто. Хотя вот чем больше наша область знания, тем больше она затрагивает область незнания. И от этого Согласна. Больше критики. Да. Поэтому тут момент такой, что обывателю из этого вылезти только путем найти своего врача. Если голову заполошили мысли о всемирном заговоре фармкомпании, к сожалению, тут никто не поможет.
Ну, может, только согласна. Психиатр, врач поможет, да. Но именно так, чтобы бороться, переубеждать, это даже врач-эксперт уже не сделает. Поэтому каждый выбирает самые свободные люди. Поэтому даже сейчас с прививками у меня отношение такое. Когда ко мне приходят люди, они говорят, знаете, мы очень много начитались, у нас очень много друзей, там, знакомых, у которых после прививки случилось несчастье большое в семье, там, ребенок заболел. И вот у них огромный негативный опыт, и параллельно того, что они подкреплены этим негативным опытом, они еще вдобавок в глубоком доверии какой-нибудь госпожи Червонской, они начинают примеры приводить, накидывать именно, почему я не прав с этими прививками. Я в таких ситуациях говорю, дело ваше. Прививать, не прививать, в любой ситуации ребенок ваш, семья ваша, вы взрослые люди, осознанные люди. Угу. Поэтому я говорю, что прививки – это классно. Если вы считаете иначе, и я там вам, например, доверия не внушил, без проблем. Поэтому я вышел из той стадии, когда я в грудь себе бил и доказывал родителям по часу, по полтора, я в поликлинике там тратил безбожное время, что прививки – это супер. В итоге получал только еще больше грязи на свою голову. Так, Алексей, расскажите мне, пожалуйста, какие обследования доступны нам по ОМС? Ну, хотя бы вот чуточку. Можно в общих чертах сказать? Да, да. По ОМС доступно очень много. То есть вообще в целом наша медицина в нашей стране – это достаточно высокоразвитая штука. Угу. Говорить о том, что лучше лечат в Европе или в Израиле, ну, это неправильно, мягко говоря, потому что на самом деле очень хорошо оснащены клиники, очень оснащено большое количество центров строится по стране, и возможности, которые врачи могут оказывать помощь, они просто колоссальны на самом деле, ничем не хуже, чем в какой-нибудь там Америке. А другой вопрос, что учитывая, что эта вся помощь бесплатна, по сути, для большинства населения, да, у нас система ОМС действует, то первое, во что утыкается, это регион. Не все регионы или города, например, населенные пункты, оснащены специалистами. Хорошо. Не все регионы оснащены, например, передовым оборудованием. То есть где-то какой-нибудь тот же самый ПЭТ-КТ, только у нас в краевой больнице есть, нигде его больше нет. И второй, самый главный момент, это квоты. То есть учитывая, что это все бесплатно, по сути, все это в какой-то лимит утыкается, что мы не можем просто вот, ну, как бы мы ни хотели, всему населению Краснодара сделать МРТ даже в той же краевой больнице. Но не можем, потому что есть ограничения ресурсами, врачебными, аппарат так работает. И это все считается. Поэтому, как бы мы ни хотели, мы упираемся в эти квоты. И третий момент – показания. То есть тут, опять же, человек часто, опять же, где-то пришел самый умный, да, который много чего начитался. «Хочу МРТ всего тела, сделайте мне так, выпишите мне направление». Но у вас показаний нет. Что у вас? И пациенты иногда начинают лгать, придумывать из разряда того, что вот у меня... А у меня голова болит, я рву по ночам, вы у меня опухоль, наверное, пропустите. Вот, и начинает давить как бы на врача. Но вот эти три факта. Оснащенность, квоты и именно показания. Если это все принимать во внимание, ОМС – это вообще ну, круто, все здорово для населения, это вообще очень супер круто. Но тут побочный эффект, да, который мы уже обсуждали. Да, это уважение к врачам, то есть, что тут уже совершенно другая тема. Организм ребенка растет и меняется очень быстро. Чтобы вовремя заметить возможные проблемы и не допустить их, нужно регулярно посещать педиатра. Ребенок постоянно отвлекается, это нормально? В каком возрасте должны поменяться все зубы? Почему дети так часто болеют в детском саду и школе? Педиатр отслеживает состояние ребенка, помогает заботиться о его здоровье правильно и в случае необходимости направляет родителей и малыша к узким специалистам. Система ОМС – это гарантия, что вы и ваш ребенок получите медицинское обслуживание в любой ситуации. Полис ОМС покрывает большинство важных аспектов здоровья – от визитов к терапевту или стоматологу до лечения в стационаре или прохождения диспансеризации. В ОМС входит не только регулярный осмотр у педиатра. В страхование также включены профилактические мероприятия в установленные возрастные периоды в целях раннего своевременного выявления патологических состояний, заболеваний и факторов риска, их развития и установления групп здоровья, первичная медико-санитарная помощь, консультации узких специалистов, лабораторные и инструментальные диагностики по направлению лечащего врача, а также специализированная, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь в условиях круглосуточного стационара и дневного стационара при наличии медицинских показаний. Чтобы быть спокойными за свое здоровье, оформите полис ОМС в страховой медицинской компании с проверенной репутацией.
так вы будете уверены. Страховая позаботится о защите ваших прав при получении бесплатной медицинской помощи. Сагасмед – лидер системы ОМС в России. 44 миллиона человек в стране уже доверили компании заботу о своем здоровье. Многолетний опыт работы позволяет на высоком уровне контролировать качество медицинского обслуживания и восстанавливать нарушенные права граждан. Благодаря страхованию по ОМС вы можете воспользоваться современными методами лечения, а компания «Сагасмед» поможет вам в этом. Обратитесь в контакт-центр по номеру телефона 8 800 100 0702 и получите консультацию о ваших возможностях ОМС. Обеспечьте себе заботу и защиту сегодня. Страхование «Сагасмед», потому что забота о вашем здоровье важнее всего. Случалось ли в вашей практике что-то, после чего вы подумали: «Боже, меня об этом никто не предупреждал»? Регулярно. Регулярно такое случается. Но у меня прям таких случаев, чтобы вау, вообще рот раскрыть, наверное, не наберется вот так вот. Сейчас я увидел вопрос, когда вы меня сбросили, я посмотрел, и не пришло мне в голову, что вам интересного рассказать. Ну вот вы называли одного из педиатров, Сергей Бутрий. Он в своем блоге описывал такую ситуацию. Тоже врач-педиатр. На приеме мальчик, который с жалобами от родителей, он кушает собственные фекалии. Что за вообще происходит? Что-то у него с головой ненормально. В итоге, по мере того, как он начал разбираться в анамнезе, у ребенка запор. И ребенок от страха это делал по причине того, что когда запор долго прогрессирует, случается такая штука, как энкопресс, то есть коломазание. Мы не можем сдерживать дефекацию, иногда бывает, там часть жидких коловых масс вытекает в нижнее белье. И родители стали думать, что он это делает специально, начали его за это ругать: не делай это, а он это контролировать не может. В итоге он начал как бы бегать, там трусики стирать. Его спалили за этим, что он трусики стирает. Опять поругали очень сильно, может, даже наказали. Потом он понял, что не вариант бегать, трусики стирать. Он начал это все дело доставать и вытирать у себя где-то в комнате, там ходить, чтобы никто не заметил. Понятное дело, что заметили, да? В комнате стало дурно пахнуть. Наказали. В итоге парень понял, что он находится в замкнутом круге, что его ругают регулярно, он не может это поменять, и он начал есть это, чтобы родители это не увидели. Какой ужас! Да. И это вот, казалось бы, это история банального запора, да? Болячка, которая лечится, ну, там, не надо быть семи пядями во лбу, чтобы это вылечить. Тут родителей винить нельзя. От незнания то, что, как это происходит, как это работает, они тоже так себя вели. Но по итогу вот такое вот у врача общей практики, как у педиатра, такое может случаться очень регулярно. И в меди про такое никому не рассказывают на лекциях. Да, таких историй, конечно, жутко. Жуть просто. Так, мы поговорили про малышей и их родителей. Мне интересно, а как там дела обстоят с подростками? Как вы с ними вообще дружите, не дружите? Потому что я честно скажу, как мать, я первый пубертат вот старшей дочери очень сложно переживала. И у нас сейчас приближается вот второй пубертат у младшей дочери. Я просто думаю, куда бы сбежать? Вот честное слово. Ну хотя, ну, надо же осознавать, что им-то сложнее, чем нам в любом случае в этом состоянии гормональной всей перестройки. Приходят ли подростки с родителями или нет? А если приходят, то чаще с чем? И как вы вообще с ними вот мосты наводите? В поликлинике ко мне приходили такие люди чаще. Угу. И чаще всего подростки, ребята хитрые, они в школу не хотят ходить. Ну да. Да. Поэтому в поликлинике регулярно они попадались, мы с ними разбирали там железодефицитные состояния, и парень с бронхиальной астмой в обострении из-за того, что он курить стал относительно недавно. Вот. Ну, то есть, там было много таких историй, и ходят они чаще с родителями, потому что в целом закон, есть закон, у нас, дай бог памяти, 16, по-моему, лет ребенок может посещать самостоятельно, без ведома взрослого. С 14 лет его врач может смотреть, попросить родителя, например, выйти, да, и посмотреть, побеседовать индивидуально наедине, а так всегда родитель должен присутствовать. Вот. И в целом они классные, они искренние. Если с ними разговаривать, ну, не йоу, камон, что там, гринж, вот, нормально разговаривать. И как бы вот у меня вот ситуация была с парнем, который курил. Получилось так наедине с ним побеседовать. Спросил, зачем он курит, для чего он это делает, почему он вот вообще как бы...
Не знаю, правда ли он бросил, но он, действительно состояние улучшилось. Он начал ко мне ходить, он меньше стал кашлять, меньше хрипеть. Вот. И со слов он перестал так курить, так часто, во всяком случае. Мне тогда было приятно, потому что я поговорил, по сути, таким взрослым ребенком, который ко мне как-то прислушался. На самом деле, дети-то по мере взросления, как раз лет с 12, для них-то авторитетом становимся не мы, родители. Угу. Для них авторитетом становится кто-то. Это тренер, учитель, врач, друг. Поэтому тут важно как раз это врачу понимать, и если он как-то правильный подход найдет, то в целом это очень хороший союзник в лечении. Вот. А сейчас, в силу того, что я работаю в частной клинике, такие истории приходят редко. То есть, в основном, это моя целевая аудитория. Это дети до года и дошкольники. Вот. Угу. Это их 95% на приеме. Подростки приходят редко, и часто тоже жалобы чаще такие банальные. Простыл, вот мама привела, беспокоится. Угу. Он кашляет, ужас, он сидит такой, господи, мам. Да. Хорошо, ну а если вернуться в начало вашей карьеры, где вы работаете в государственной клинике, часто ли вы ходили по домам на вызовы? Ну, я думаю, что да. Есть у меня такое вот подозрение. И расскажите какой-нибудь случай, если вспомнится, который вот до сих пор как-то откликается в вас. Да, очень часто. Я считаю, что это пережиток. Вот что пережиток прошлого, так это вызова врача на дом. Потому что в подавляющем большинстве случаев вызывают просто потому, что не хотят идти. Не хотят идти в поликлинику. Там это далеко, дождь на улице. Особенно вот когда плохая погода, вызовов в разы больше вырастает. И поликлиника не может отказать в вызове. Любой вызов на дом они примут. И 37,5, 37,8, 17 лет парню, ты идешь. Ты идешь через эту плохую погоду, у самого температура 39, и ты приходишь вот в это, вот, стоит на пол головы тебя выше, он не хочет просто в школу завтра идти. А мама тревожится. И ты смотришь, и таких вызовов очень много. Другая часть вызовов тревожных – это когда там груднички, это вообще там просто пукнул не так, там повернулся не так, все. Врач. Да, ну и с грудничком это вообще это расстрел. То есть если ты не пришел к маленькому ребенку до года, это вообще... То есть врач-педиатр, я не знаю, как сейчас с терапевтами, часто слышу жалобы, терапевт идет, там вызвали, 3 дня идет. Есть такие жалобы от взрослых пациентов. Послушайте, ну, простите, я понимаю, мы жили в таком периоде, что тяжело было, естественно. И, как вы чувствуете, я полагаю, ну, я с большим уважением отношусь к вашей профессии. Вообще, я в каждом подкасте говорю, святые люди просто. Для меня, я когда заболела, пришел ковид, вот, я звонила вызвать врача, потому что я умирала реально. Я вообще, я не понимала, что мне делать. Очень высокая температура. И мне женщина сказала... А вы не ждите, никто не придет. Никто не придет. Вам нужно ехать самой каким-то образом, добираться к нам сюда. И вот, мы вас ждем, в общем. И я не знаю, я вот в этом бреду, как я села за руль, потому что я подумала, если я вызову такси, а вдруг я заражу таксиста, и вот это вот все. И я как-то сама телеп-телеп на своей машине доехала. Как я уехала обратно, я тоже не помню. Но вот такие случаи были. Но чтобы, допустим, педиатр к нам не пришел, Или шел долго, да. Вообще ни разу такого не было. Но тут тоже я с вами соглашусь, что нужно вообще понимать, как-то ну, адекватно оценивать ситуацию, где действительно какая-то патовая история, и он нужен здесь и сейчас домой, потому что сами вы вряд ли доберетесь. Или же ну, набраться сил и приехать в поликлинику. Ну нет. Такого, это как бы вообще создана неотложная помощь с целью оказания каких-то вот в таких критических ситуаций врач должен, по идее, на дом приходить. Угу. Но дифференциальных этих вещей не происходит. То есть на приеме вызова, когда колл-центр принимает, ну, условно сказали, всем надо принимать, потому что пациент напишет жалобу в Минздрав куда-нибудь. Чтобы этого не было, мы принимаем все вызова. Ну, может быть, там в колл-центре администратор, может, еще права покачает, когда там действительно из разряда в пятке заноза торчит, и он, может быть, там нет. Но чаще всего все равно примет. У меня самый поздний был, закончил я рабочий день вызов, это было 9:30. Да. С утра работал я по вызовам, катался. Только хотел сказать, а вышли вы утром?
Вот, угу. Поэтому, да, вызывает пережиток прошлого. Вообще в этом ничего святого и хорошего нет. Для этого должно быть вообще как-то, по мне, оптимизировано. Вот как за рубежом вот как раз можно черпать примеры. У них организована парамедицинская помощь, да, парамедики, которые в целом даже могут быть без медицинского образования, но с элементами, они обучены оказывать первую помощь экстренную. Там остановить кровотечение, сердечно-легочная реанимация. И вот они приезжают на дом, как аналог скорой помощи. Приезжают на дом, если там действительно какая-то проблема, забирают и везут в экстренный покой, где оказывают уже непосредственно лечебные мероприятия. Если там нету, их штрафуют, тех, кто вызвал. Вот просто вызвали по ерунде, сказали, ну все, с вас штраф, оплатите, до свидания. Угу. У нас такого нет. Поэтому у нас скорая занимается извозом людей, педиатр занимается осмотром... Обходом, да, подворовым, ненужным. Вот. И очень много ситуаций, да, когда случается то, что там врач пошел на вызов, а вот там убили. То есть вот этих историй, их масса было, и это, ну, вообще ужас какой-то. Ну, это уже за гранью, конечно. И вот вы спросили про ситуацию, которая мне запомнилась. Запомнилась ситуация не про клинический случай, что я пришел там, реанимировал ребенка. Не, слава богу, Бог миловал, такого не было. Но я запомнил ситуацию, что я только работаю там несколько недель. Я прихожу на вызов, район, в котором я работал, патрулировал. Ну, да, да. Именно мой участок, он достаточно так, живет скромно, скажем так. То есть все квартиры достаточно в таком скромном состоянии находятся. И вот я захожу, вот максимально скромная квартирка, встречает мама, проводит меня, где руки помыть. И справа от меня комната, где ребеночек сидит, а слева комната гостевая, где на полу, на голом полу, вот паркет, лежит отец. В одних трусах. Лежит на подушке, смотрит телевизор. Жара была, это лето было. Mm. Не здоровается. Да зачем? Ну ладно, это бог беды. Просто он одет вот так, неподобающе. Я мою руки, начинаю там ребенка потом осматривать. И он так переворачивается на живот, вот так на меня смотрит, вот так вот. И жене через мат начинает говорить, что... А ты ей скажи, он даже не видит, что парень пришел. Угу. Скажи, что он там еще рыгает там. Я сижу две недели, ну, да, два месяца врач, я на это все смотрю и думаю, господи. Вот это, вот когда вот этот вопрос я прочел, вот эта ситуация первая, которая у меня всплыла, я думаю, господи, а как же мы живем? И не, ну, не надо там во фраке встречать врача, не надо там убираться, чтобы пылинки не было. Ну, какой-то... Элементарные, да. Элементарные вещи. Угу. Ну, оденься, не надо встречать в трусах, не надо там... Мамы часто бывает там встречали вот там в сорочке, там вот так вот просто все то, в чем спала. Я понимаю, что ребенок болеет, что ей не до этого сейчас. Ну, чуть-чуть вот просто какую-то вот, я не знаю, этикет, что ли, какую-то. Угу. А это сплошь и рядом. Скорая вообще, позовете сюда кого-нибудь из скорой, он вам столько историй расскажет про то, как он приезжает, а там в трусах то, что лежит мужчина, а это еще так, что, о, господин, вы трусы одели, спасибо. Не зря у нас подкаст начался с такой очень будоражащей подводки, хорошо. Давайте вернемся в хорошее, классное, потому что я разглядывала ваш блог в запрещенной сети, ага. А он классный, и вы там спасибо, классный, спасибо. И подача вашего вирусно-юмористическая. Хочется просто по-человечески узнать, этот блог, во-первых, он вам зачем, и приносит ли он пользу вам лично, как врачу, угу. Человеку, я не знаю, вот, допустим, я понимаю, что вы классный, и, скорее всего, там, я бы с удовольствием привела там своих детей к вам на прием. Вот такие плюшки приносит ваш блог? Да. Угу. Ну, первое, почему я его вообще начал? Начал я его 6 лет назад. Еще будучи студентом, я начал вести блог. А про педиатрию я уже непосредственно начал рассказывать, когда стал врачом-педиатром. Первая задача была всегда это просто просвещение. Что люди вот так, вот оно вот так вот есть. Не там, как вам рассказывают на мамочки.ру, но чуть-чуть по-другому. Uh-huh. То есть просто просвещать людей без какого-то там... Потом, когда я стал работать в частной клинике, естественно, я стал задумываться как-то, как привлечь вообще к себе людей. Зарабатывать-то нужно какие-то деньги. Вот. Поэтому блог стал основной площадкой, что как создание личного бренда, можно так сказать, что вот он я врач-педиатр, я могу вам с этим помочь. Хотите, приходите. Вот. А сейчас, когда блог, он вырос в ноябре месяце, то есть когда меня убедили люди, что, слушай, снимай рилсы, никто посты не читает.
Ну ладно, давайте поснимаем. Начали снимать, и буквально через там месяц один рилс про кашель какой-то, он просто залетел настолько, что... Завирусился. Да, на меня подписалось с него только 1040. То есть это был вообще какой-то неожиданный такой бабах, и все. И потом он вот вырос, до чего он сейчас вырос. И сейчас, помимо того, что я... Сейчас у меня стало осознание, что люди даже не смотрят видео какие-то, где ты рассказываешь что-то прям «Здравствуйте, я вам расскажу про то, что там кашель бывает такой, лечить его». Никому это не надо. Люди это не смотрят. Есть часть контингента, да, их очень мало, очень мало. Вот 65 тысяч подписчиков, из них там будут это все слушать 1003. Вот. А все остальное, люди просто заходят в соцсети отдыхать, они не хотят там что-то прям черпать. И я понял, что начинает залетать то, где смешно, где со своей стороны врачебной я подаю вот эти вот учебные материалы, где можно улыбнуться, себя узнать, поржать там. Вот. То есть вот это люди смотрят, вот это начинается там 30 тысяч просмотров на видео, и нормально. И сейчас я уже начинаю относиться к блогу как к площадке, знаете... Ну, помимо того, что создает бренд свой, то есть очень люди, которые ко мне приходят из блога, они свои. Они на меня смотрели очень долго, не отписались. И когда они приходят, с ними вести прием одно удовольствие. То есть это люди прям уже, они такие, типа, блин, где ты все время был? Ты такой крутой, я такой, вы крутые тоже. Ну, то есть они вот как раз вот эти вот случайные истории, тех вот как раз, где конфликт бы мог возникнуть, да, каких-то, они отпадают. Благодаря блогу. Ну, второй момент, блог стал дополнительно приносить доход. Реклама. Поэтому, если моим подписчикам не нравится реклама в моем блоге, извините, это вынужденная мера. У меня ипотека. Хороший. Так, как говорится в шапке у вас в профиле, вы лечите тревогу у родителей. И, мне кажется, очень хорошо с этим справляетесь. Скажите, какими способами можно вообще с этой родительской тревогой это, собственно, справляться? Тут момент такой, что тревога, вот как мы уже в самом начале обсуждали, она базируется на образовании первом родителя. Второе – это доверие к врачу. Нет доверия к врачу, какой бы врач был бы, не был образованным, ничего не поменяется. Уйдет пациент, будет дальше скитаться. Поэтому первое – это образование самого пациента, объяснять, разжевывать, показывать картинки, что вот у вас из-за этого вот так, лечим мы вот так, потому что вот так. Когда он начинает эту цепочку выстраивать, он становится спокойней и, собственно, слушается лучше. Потом доверие к врачу. Доверие – это длительный процесс, то есть тут мы ничего не сделаем. Ну и часто это просто, скажем так, ну вот да, объяснение. Объяснение, что происходит с ее ребенком, почему это так, это по большому счету будет больше, вот врач словом лечит. Вот это вот история про это. И если врач доступно все объяснил, твердо все объяснил, как бы создал первое впечатление уверенного в себе человека, знающего человека, он в этом разбирается, тревога будет снижаться. Ну, это правда важно. Важно. Вот вы прям такую большую волну подняли этим ответом, это очень важно. Я вот давеча здесь консультировалась со своим женским врачом, она вот так вот брови тоже подняла, говорит, Юляш, я все понимаю. Ну, соберись. Да. Просто. Иногда, часто, особенно когда молодая семья, родился новорожденный, часто сталкиваются с послеродовой депрессией, и вот тут без фармакоподдержки не обойтись. И приходят вот первичные пациенты, маленький ребенок, ему еще месяца нет. И вроде ты все объяснил, и вроде видишь, что ну, есть коннект, вот доверие какое-то у пациентов. И так плавненько начинаешь маму вот это вот, а как вы себя чувствуете, а что беспокоит, как часто плачете, а нервничаете, подсовываешь ей опросник на вот эту вот шкалу. Если она там все сама решает, часто бывает, они вдвоем приходят, папа-мама, и вот папа, убежденный, что вся семья прекрасна, мама в прекрасном здоровье, он начинает вот это вот, ой, ха-ха, да когда ж ты плакал, ничего ты не плачешь, вот это, вот это. Естественно, как бы она начинает врать в этом вопроснике, что у нее ничего нет. А депрессия часто видно вот даже вот просто на лицо. Какие мама вопросы задает, как она себе ведет просто на приеме. Тут уже сразу можно заподозрить, что-то там не то. И когда вот это ты подкрадываешься, такой, давайте я рецепт выпишу. Давайте вы попьете. Просто. Что, пустырник? Нет, антидепрессанты. И вот все. У народа второй бич после прививок – это антидепрессанты. Да. Это хуже героина, я не знаю, там это, мы против наркотиков. Очень против. Да, то есть это вообще какая-то лютая история, что люди боятся это принимать. Я уже молчу за то, что идите к психиатру.
Это что такое? Я псих, как это? Стигматизация, это до сих пор присутствует. Алексей, ну вы прям, знаете... Но я тоже выписываю сам. То есть, если мама все-таки настроена, она уже как бы так прониклась ко мне каким-то более-менее доверием, говорю, я понимаю, что вы никуда не дойдете. Давайте я вам выпишу рецепт, пожалуйста. Заботьтесь о себе, заботьтесь о ребенке. Конечно, это же важно очень. Да, ну вы родили для чего? Чтобы наслаждаться этим. А вы в итоге только что и делаете? Что плачете, переживаете, и вас раздражает плач. Надо эмоциональный фон выравнивать, чтобы родительство было в кайф. Либо такие ситуации видишь, когда мама находится уже там несколько лет в этом состоянии, но тут вообще ничего не сделаешь. Тут это будет 100%, ничего не будет хорошего от консультации. Раз мы заговорили о родительстве, да. Ну-ка расскажите ко мне, пожалуйста, вообще, каково быть отцом-педиатром? Что есть и чего нет в вашей домашней детской аптечке? Мне тоже интересно. Угу. В нашей детской аптечке, по-моему, кроме антигистаминов, потому что комары кусаются, вот, и все чешется у ребенка, и промывания носа больше ничего нет. Жаропонижающая, может, еще есть. Последний раз она заболела от меня и кашляла ночью и хрипела, и полночи сидела, думал, интересно все-таки сейчас, если даст, она ложный круп начнет. Вот это вот, что мне делать? А такой потом вспоминаю, а там есть, если что, дексаметазон в уколе. И я так уже все, и развернулся и спать, думаю. Если будет плохо, она проснется. Ничего дурного не случится. Отчасти родительство мое именно для меня как принесло, моя профессия для родительства приносит успокоение. Угу. Я ко многим вещам спокоен. Поначалу я был тревожен, потому что она дышала как-то не так, там-то дышала долго, что-то долго. А потом я что-то так это как-то все отпустил. И вот, вот как ситуация с дыханием у нее ночным. Я такой, да если что, уколю. Ну, что, что сделать? Ну, нет у нас ингалятора. Ну, и славно. Вот, то есть, как правило, я такой спокойный, не дерганный. Не тревожный папка. Да. Хорошо. С другой стороны, я понимаю, что лучше бы у моей дочери был бы другой просто лечащий врач. Потому что я на многие вещи, ну, наверное, чересчур отношусь снисходительно. Ага. Надо было пойти анализы в год, нам уже скоро два, мы не сдали их в год. Ну, то есть, такие моменты, чтобы меня бы кто-то поругал бы, вот прям бы сказал, Алексей, ну, ты вообще, что ли, ты сам врач? Как? Супруга-то врач, но она... А, так у вас прям семейный подряд, вы оба врачи. Да, да, она хирург. Да, взрослый. Вот оно как. Да, и она просто ответственность за принятие решений по здоровью дочери, так сказала, ты у нас тут детский доктор, ты и принимай все решения. Вот если что-то с ней не то будет, ты будешь такой класс. Голову с плеч тебе. Да, да, да. Отлично. Поэтому нужен такой человек, который вот был сторонний, да, который вот бы меня бы в узде держал, как родителя. Угу. Такого, как бы, у меня есть начальник в клинике, но он как бы особо этим вопросом так не озадачен, у него своих проблем хватает. Поэтому в этом плане, да, я, наверное, нельзя быть хорошим и родителем, и врачом для своего ребенка. Надо быть только хорошим родителем. Врача надо искать на стороне. Угу. А что касается для пациентов, мое родительство, как для врача, оно принесло больше, знаете, понимания. Я стал менее категоричен, я не стал так сердиться иногда на родителей внутри себя. Угу. Я стал не так часто назначать, например, какое-нибудь лечение, когда бы этого и не нужно. Условно, например, там желтуха у новорожденного, там я проверяю по всем моментам, когда не критично. То есть раньше я бы, например, дал бы им лампу домой и сказал, обязательно арендуйте лампу, потому что у вас билирубин 170. Сейчас, если никаких там отягощенных факторов нет, что он ему хуже будет, я так смотрю на них, слушайте, вы с этой лампой намучитесь, потому что я вспоминаю себя, который эту лампу арендовал. Думаю, просто это я чуть с ума за 5 дней не сошел. Говорю, давайте, не надо, вы вот просто занимайтесь ребеночком, все как бы все хорошо. И как бы да, в этом плане я стал более именно. Сейчас дочь в сад пойдет, я, наверное, вообще проникнусь несказанно родителям, дошкольникам, у которых каждую неделю то сопля, то понос. То... Да, все так и будет. Это плюс большой. Это большой плюс, и родители это, наверное, замечают, потому что, ну, типа такие, ну, ты же понимаешь, да, у самого же. Я такой, да, понимаешь. Вот, поэтому, да, плюсы. Заражаются ли врачи-педиатры вирусами от детей? Заражаются. Я месяц назад, ну, может, даже меньше перенес от пациента, от кого еще?
Вот. Скорее всего, это был ковид. У меня была температура до 40, хрипы в легких, какая-то пневмония непонятная. В итоге пролечился я дома, вылечился, но от кого я мог заразиться? Потому что только на работе люди болеют. Дома были все здоровы. Вот, был эпизод, когда я очень часто болел, прям максимально. Я каждые, наверное, 2 недели приходил с новыми соплями, с новым кашлем. Но сейчас, слава богу, получше. Угу. То есть, в целом, знаю, есть коллеги, которые там вообще просто не вылазят. Поэтому есть побочные эффекты профессии. Ну, ничего. Надо руки чаще мыть с мылом. Вон оно что. Да. Так, хорошо. Все просто. Алексей, дальше у нас блиц. Смешных и глупых вопросов. Давайте. Вот, но мне очень эта рубрика нравится. Поехали. А есть ли диета кормящих мам? Нет. Сколько шапочек нужно надеть на ребенка, чтобы он не замерз? Летом нисколько, зимой одной достаточно. Как понять, почему ребенок плачет? Тут все зависит от возраста, на самом деле. Угу. Если это маленький, да, грудничок только у вас появился, он только не делает, плачет. А причины чаще всего 3. Голоден, хочет спать, мокрый памперс. Угу. И бывает, просто орёт, потому что на ручки хочет. Вот. А... У меня так младшая целый год делала. Если ребенок старше, и, допустим, он просто даже без болезни плачет, часто плачет, вроде и вот его обычное состояние плачет, угу, то, конечно, это повод пойти с врачом там побеседовать, почему так происходит. А если ребенок во время болезни плачет, и это невербальный ребенок, который не может словами сказать, что у него что-то болит, возможно, это свидетельствует о какой-то боли. То есть дети, например, там 2 лет могут начать среди ночи реветь, потому что у них случился гнойный отит, например, ухо разболелось. Угу. Вот. Но тут сложно, мы в этом плане как ветеринары. То есть он сказать не может, ты слушаешь маму, оцениваешь критически ее жалобы, угу, вот, и начинаешь сопоставлять с тем, что ты смотришь у ребенка. Потому что часто бывает, вообще не объективно родители оценивают. Ну, конечно, да. Да, поэтому причин плача у детей много, и, по сути, если вас это настораживает, лучше отведите к врачу и поговорите. То есть это будет правильней. Сколько раз в год считается нормальным болеть? Смотря как болеть. Скажем так, если мы говорим просто там про детей, опять же, которые социализировались, вышли в детский садик, да, для них в целом болеть всякими соплями, температурами, там, поносами в течение года будет нормально даже больше 12 раз в год. Угу. В учебниках написано 4-6 раз, это бред вообще, что дети больше болеют, и большинство из них, 99% это нормальные дети, здоровые дети. Нет у них никаких проблем, типа там иммунодефицита или еще чего-то. Угу. Поэтому важно оценивать не количество раз, а тяжесть состояния. Вот если ребенок болеет тяжело и часто, вот это уже другой вопрос. Если угу. он, например, переносит гнойный отит с каждым эпизодом ОРВИ, если он переносит там пневмонии больше 3 за год, 2 за год перенес. Вот. Если у него менингит случился и не раз, если у него какие-то есть гнойничковые образования на коже, они не проходят очень долго. То есть вот эта тяжесть именно состояния, если это тяжелое случается часто, тогда мы уже с врачом, педиатром это все досконально разжевываем. Потому что бывает иногда даже череда совпадений плохих, что просто вот пошел, переболел ковидом, следом гриппом, следом еще какой-нибудь, ну вот просто так случилось, угу, и болел тяжело. А бывает именно, когда стоит, да, насторожиться, заподозрить, что что-то неладное. Поэтому чистота – это в целом будут болеть, смиритесь, примите это, угу, пройдет. Сколько мультиков можно смотреть в день? Ой, ну, по современным рекомендациям это варьируется цифра от 30 минут до 2 часов в день. Все зависит тоже там от возраста. Говорят, что вроде как до школы больше часа лучше не смотреть. Uh-huh. А что касается детей постарше, больше 2 часов в сутки. И я в целом не против этого всего дела. Смотри, пусть дети смотрят мультики. Другой момент, что родители часто избыточно это, потому что удобно. Конечно. Держи планшет, молчи. Ну, да. О, классно. Вот. И потом он 24/7 в этом планшете. Поэтому, как по мне, это сейчас не доказательные никакие данные, это просто мысли с моей головы, что, возможно, сейчас много проблем с речевым развитием, именно вот эти задержки речевого развития связаны с тем, что с детьми стали меньше разговаривать просто. Mm-hmm. То есть чаще всего он просто утыкнут в планшет. Что он там смотрит, никто не знает, что он там смотрит. Папа, мама, делаем выводы. Как ребенка уговорить выпить таблетку? Слушай, у меня нет ответа на этот вопрос. У меня часто случаются, ну как часто? Относительно часто бывает так, что назначаешь, например, антибиотик в суспензии даже жидкий, угу, а ребенку вкус не нравится. И начинается от родителей потом. Он не пьет,
Ну, сделайте так, чтобы пил. То есть я как врач, я не знаю, как можно ребенка постараться вот дома уговорить. Я понимаю, что тяжело. Он там брыкается, истерит, еще у него рвота на фоне приема лекарства. Ну, подмешайте куда-нибудь, там, я не знаю, сдайте запить чем-нибудь. Угу. У меня были пациенты, которые залили антибиотик в маленькую пачку от сока. И типа подсунули, что это сок, угу. там разбавили, все равно прохавал ребенок. Ну, то есть, если человек категорически против того, чтобы через рот принимать, ну, тогда варианта два. Либо через ректум, угу. вот, либо внутримышечно, внутривенно тогда водить. Поэтому, ну, когда родителям начинаешь говорить, ну, все, тогда что, только укол. А, ладно, знаете, он пьет, все, мы там что-то придумали. Там, понятно. Игрушку покормили, того покормили, кота покормили. Себя. Да, да, да. У меня тоже есть... История вот с младшей, она не... Видимо, что-то с глотательной функцией вот на таблетке прямо, ну, не может ребенок ее проглотить. А сколько? К сожалению, мы его долго бьемся с этим, ей уже 11 лет. 11? Да. А, но у нас получается так, что папа говорит, да что это такое? Тебе там соберись, вот это вот все. А я считаю, что ну уж точно, если какие-то есть проблемы с приемом лекарств, то ну не надо вот так решать эти вопросы. Нужно как-то придумывать новые формы. Через силу не надо ребенка так запихивать. Обвинять еще ребенка, винить, что он что-то сделать не может. Если он объективно ну, не глотает, там и у него какие-то... Он там не нравится, рвотный рефлекс. Да. Не надо через силу. Это только будет укреплять какие-то негативные отношения между вами и ребенком. Угу. Согласна. Поэтому... Можно ли есть мороженое при больном горле? Да. Так. Можно ли мыться с температурой? Если в этот момент нету озноба, угу. вот, холодных рук, ног, то в целом можно. Иногда бывает такое, что... Как у нас принято, там бледная лихорадка. Нет такого понятия бледная лихорадка, но при подъеме температуры часто холодеют конечности. Да. Если вы пойдете ребенка помоете, как правило, будет только больше дискомфорта со стороны ребенка. Если ребенок весь как сковородка горячий, это только может помочь снизить температуру. Поэтому ради бога. Животные в доме это плохо? А что плохого? Классные ребята. У меня два кота. Вы замечательные. Я, во-первых, очень благодарю вас за то, что вы пришли. Вам спасибо, что позвали. Да, и мы с вами так классно поговорили. В гостях подкаста «Кто нас лечит?» Алексей Шевченко, педиатр. Подписывайтесь, слушайте. Это кайф. Благодарю. Спасибо вам.